Привет всем! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» я расскажу вам о производителе телевизоров Philips, где их производят и собирают. Компания Philips, конечно же, известна по всему миру и начала она свою деятельность с 1891 года и занималась она сначала производством электрических ламп. Но потом, конечно же, она расширяла свое производство, начала производить различную бытовую технику, электронику и другие товары. Но что же сейчас произошло с бытовой техникой, с телевизорами Philips, об этом мало кто знает. До 2012 года все телевизоры, как и всю бытовую технику Philips, производил одноименный концерн Philips. Но после 2012 года Philips не имеет никакого отношения к производству бытовой техники, в том числе и телевизоров Philips. И, конечно же, существует такое соглашение, в котором указано, что на официальном сайте Philips представлена вся бытовая техника, в том числе и телевизоры, и многие думают, что как Philips их производила, так и производит, но на самом деле это не так. Сейчас занимается производством совершенно две другие японские компании, которые и выкупили вот это производство бытовой техники. Что же касается сборки, то есть страна-производитель у нас сменилась, сейчас это не Нидерланды, как это было, да, в самом начале у Philips, сейчас это Япония. Что касается сборки, сейчас сборка именно телевизоров осуществляется в России, на российском заводе, причем производство такое очень масштабное, выпускается более 1 миллиона телевизоров в год. Все составляющие, все детали поставляются из Китая. Причем телевизоры, которые собираются на российском заводе, поставляются не только в российские магазины, но также и в несколько стран Азии. Но, как отмечают многие покупатели, сравнивая телевизоры, выпущенные до 2012 года и после 2012 года, то качество телевизоров изменилось, причем изменилось в худшую сторону. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам оказалось полезным, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!